Самолет с югорчанами на борту вернулся в аэропорт Внуково из-за дыма в салоне. Инцидент произошел накануне ночью. Воздушное судно следовало рейсом из Москвы в Сургут. Однако после вылета экипаж сообщил диспетчерам о задымлении в пассажирском салоне. Как сообщает Интерфакс, пилоты приняли решение вернуть лайнер. На борту находилось больше 130 человек. Пострадавших нет. Как нам рассказали в аэропорту, проблему удалось решить, и уже через пару часов самолет со всеми пассажирами вылетел к месту назначения.